Доброе утро. Очередной чудесный день. И я его опять начну со своего мини-сада. Ну вот, нравится мне. Нравится мне поковыряться в земле. Поэтому пойду с удовольствием этим позанимаюсь. Так, сейчас еще свой мини-сад подкормлю. Вот такое вот универсальное средство для цветов. Им можно и подкормку делать под корневую, то есть поливать и опрыскивать. В общем, тут по составу азот, фосфор, калий. Я полью им сейчас цветы все и деревья, потому что на яблоне у меня какие-то вялые очень листья, мне это совсем не нравится. Ну, в общем, попробую. Да, тут написано, что можно и деревья, и цветы. Все, пошла растворять. 1 столовая ложка на 10 литров воды. И вот такими вот гранулками это выглядит. Интересными, да? Ну, сейчас посмотрим, растворится, какого цвета водичка будет. У меня тут помощник сразу прибежал, да? Главный помощник. Моих трудах не надо, там не нужно. Все, набираем, сейчас посмотрим. Такая вот она бурая стала, ничего необычного. Все, в общем, бегу вот эту на, здесь 8, по 4 литра на одно дерево, ну и уже по цветам. Все, пошла. Ой, сообщение пришло. У нас сегодня будет дождь, местами гроза. Ну, видимо, к 9 мая разгоняют в Москве тучи, и все эти тучи придут в Подмосковье. Блин, а я только все опрыскала и полила. Ну, молодец я. Ну все, у нас все потемнело. Запахло дождем. Конечно, он сейчас начнется. Кто бы сомневался, да? Крестюша пришел. Кто бы сомневался, что закон подлости сработает? Ну ничего. Попрыскаем еще раз. В следующий раз. Все, сейчас как хлынет, Крестюш. Целоваться лезет. Кому что, а хвостатому целоваться. Да? Ходит. Колючка моя. Не грызи. Все загремело. Сейчас ливанет. Все. Началось. Ну что же, закон подлости сработал на мне в очередной раз. Но, с другой стороны, хорошо, пусть польет хорошенько. Что ж теперь? Я еще раз попрыскаю. Там еще осталось чем попрыскать. Зато запахло сразу. Так свежо. Обожаю дождь. Люблю грозу в начале мая. И Крестюха смотрит. Я сквозь жалюзи снимаю, чтобы не открывать окно.
девочка вон букет где-то надрала. Все, все, кисуль, все. Не надо, не надо есть жалюзи. Все, уходим, уходим. Уходим. Открыть тебе? Иди. Подожди. Открывается с другой стороны. Иди. Любитель прогулок. Сиди, наслаждайся дождем. Не мется, не мется ребенку. Не лезь сюда, не лезь. Пошли, я тебя открою там. Пошли. Крестюша. Крестюша, успокойся. Пошли, я тебе там окно открою. Осторожно, сейчас ты упадешь вместе со всем, что здесь есть. Смотри, смотри, что делает, а? Целоваться, да? Надо целоваться. Все, давай на этой прекрасной ноте со всеми попрощаемся.